Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, эта поправка имеет принципиально важное значение по той простой причине, что она, по сути, соглашается с мандатом, выданным Минской группе ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Хочу отметить, что 17 июня текущего года в Лох-Эрне в пятый очередной раз президенты Америки, России и Франции приняли совместное заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту и выразили свою готовность продолжить усилия по урегулированию конфликта. Сейчас этим пунктом мы подтверждаем их готовность. Иначе будет интернационализация конфликта, что ввергнет территорию Южного Кавказа в состояние, в котором оказались страны Северной Африки и Ближнего Востока. Спасибо.